Всем привет! Сегодня хочу записать с вами видеообзор на такое приложение, как Nail Art. Данное приложение находится в категории «Отдых» в магазине для Windows 8.1 Professional. Сразу же видно, что оно на английском языке. Вот описание на английском. Мы видим кнопочку «Установить» и различные скриншоты. Да? Оценка 1 пятерка. Поддерживаем языки английский, отзывов нету, и похожие приложения видим, и приложение от этого же автора. Нажимаем кнопочку «Установить». Устанавливается приложение Nail Art. Установилась, открываем. Что же мы здесь видим? Видим мы 6 категорий, да? Хэллоуин. Что-то там непонятно, короче. Видим разные такие дизайны ногтей, да? Но один такой, наверное, немаловажный фактор, то что здесь нету никакого описания, как его делать. То есть, например, если вот здесь вот мы еще поймем, что здесь френч просто нужно сделать, то здесь как-то уже не совсем понятно. Вот, поэтому столько картинок я могу найти в интернете. Ну, в принципе, идеи неплохие, но, конечно, хотелось бы с описанием или с пошаговым действием, как и чего его сделать. Вот. Ну, в принципе, так выглядит приложение Nail Art. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши обновления, будет еще много чего интересного. До свидания.